Луковицы тюльпана Триумф Стронг Лав могут давать растения до 60-80 см, формируя крепкий цветонос, который венчает крупный бакаловидный цветок с классической формой. Удивительная окраска этого гибридного тюльпана сделает его украшением любого участка. Глубокий темно-бордовый оттенок основания ближе к верху лепестков переходит в насыщенный алый. Такие тона очень эффектно смотрятся на фоне обилия ярко-зеленой густой листвы. Эти тюльпаны одними из первых красочными пятнами украсят весенний участок и будут радовать достаточно долго. Для создания наибольшего эффекта лучше высаживать луковицы на солнечном месте. Тюльпан Триумф Стронг Лав – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан Триумф Стронг Лав можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан Триумф Стронг Лав в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан Триумф Стронг Лав – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lafa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.